Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardtrades Info. В данном видео я вам расскажу, как изменить настройки клавиатуры на устройстве POCO C75. Для этого зайдемте в приложение «Настройки». Тут выберем «Прокручиваем вниз» до пункта «Расширенные настройки». Нажмем «Язык и вот» и нажмем «Управление клавиатурой». Нажмемте на клавиатуру Gboard и нажмем «Настройки». Тут можно выбрать пункт «Ряд цифр», «Показывать переключатель эмодзи», «Показывать переключатель языков». Можем выбрать пункт «Режим управления одной рукой» и «Звук при нажатии». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!